В начале 2021 года в Котласе с 4 этажа дома по улице Милентьева выпал 6-летний ребенок. В результате он получил открытый перелом бедра, тяжелую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. С санавиации мальчик был отправлен в Архангельск. В момент падения малыш находился дома один. В середине лета этого же года со второго этажа общежития на Невского 22 выпала девочка с высоты почти 6 метров. К счастью, ребенок остался жив. 21 сентября 2022 года вечером из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома по улице Софьянова в городе Коряжма, выпала 7-летняя девочка. От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. Случай 1 на миллион произошел в Новокузнецке. При падении с высоты полугодовалого ребенка поймала 64-летняя женщина, случайно проходившая мимо. В этот момент мама и папа ребенка занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице в руках у неизвестной женщины. Медики диагностировали у мальчика незначительные ушибы. Чаще всего из окон выпадают дети от 2 до 4 лет. Ребенок в этом возрасте – исследователь. У него нет чувства опасности и страха. В 30% случаев трагедия происходит на глазах у родителей, в 70% – в течение первых 15 минут после того, как ребенок остался без присмотра. Во избежание несчастного случая стоит заранее принять необходимые меры. Отодвинуть от окон все предметы мебели, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник. Установить на рамы дополнительные запорные устройства, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть окна, и никогда не рассчитывать на москитные сетки, которые создают у детей ложное ощущение безопасности.